Поисковики из Нефтьюганского района работают в составе экспедиции в Ленинградской области. Каркатеевский отряд «Красноармеец» представляет его командир Дмитрий Новожилов. На месте былых боев по снятию блокады Ленинграда активисты из разных регионов ищут останки и устанавливают имена без вести пропавших солдат. Эта работа будет продолжаться до 8 мая. Когда завершится учебный год, в экспедицию отправятся и воспитанники поискового отряда. Это в рамках окружной патриотической акции «Югра. Вахта памяти». Сейчас ребята трудятся над проектом «Архивный десант». К ним поступило уже 30 заявок на поиск информации о фронтовиках из Югры, Курганской, Тюменской области и других регионов. Рассматривать обращения граждан будут до конца мая. А затем в Подольске, в Центральном архиве Минобороны, каркатеевцы будут работать с данными, информирует сайт администрации Нефтьюганского района.